Крематор в Лазаревском районе имеет единовременную загрузку 400 кг. Температура горения в нем составляет 1200 градусов по Цельсию. Эти характеристики позволят полностью покрыть все нужды горожан. Проблема утилизации органических отходов в Сочи стояла уже давно. Особое внимание этому вопросу уделил губернатор Краснодарского края. Постановление номер 28 губернатор Краснодарского края Ткачев Александр Николаевич дал поручение органам местного самоуправления приобрести, произвести монтаж и закрепить ответственных лиц за работы крематоров, а также выделить землю. Глава Сочи Анатолий Пахомов дал поручение администрации Лазаревского района на возведение крематора, что и было выполнено. Основная цель – борьба с вирусными заболеваниями домашнего скота, в том числе и через утилизацию туш павших животных. Сейчас на юге, да и в целом по стране, очень неблагоприятная эпизоотическая ситуация, связанная с распространением многих вирусных заболеваний. Это АЧС, это ящер. И поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы у нас эта беда нашего города, нашего региона не коснулась. Крематор в Лазаревском районе очень актуален для Сочи, где множество жителей имеют личные подсобные хозяйства. Теперь для утилизации туш им не нужно ехать за 420 километров в Тимашевск, как это приходилось делать ранее. Игорь Гырпа, Борис Осин, телекомпания ФКТ.